Всем привет, друзья! Сегодня у нас новый рецепт. Это десерт из клубники. Десерт готовится очень быстро. Буквально через 2 часа его можно подавать на стол. Он нежный, воздушный, в меру сладкий, очень клубничный. Вы можете сами регулировать здесь жирность и сахар, что очень удобно. 2 столовые ложки быстро растворимого желатина заливаем горячей водой 300 мл и размешиваем до полного растворения. Добавляем 3 столовых ложки сахара. При этой норме у вас десерт будет в меру сладкий. Клубнику моем, очищаем от хвостиков, несколько ягод оставляем для украшения. Понадобится 600 грамм. Измельчаем. Я иногда оставляю еще кусочки чуть побольше. Добавляем 1 столовую ложку лимонного сока, 4-5 столовых ложки сметаны. Выливаем подготовленный желатин. Все хорошенько размешиваем. И разливаем по формочкам. У меня обычные стаканы. Ставим в холодильник до загустения. Приятного аппетита! Подписывайтесь на канал, поставьте лайк, если вам понравилось видео. Пока-пока!